хорошая игра, боевая, конечно. Вот она, такой накал и нерв он до последней секунды был. Настоящая такая вот игра, плей-оффовская, на выбывание. Хорошо, что мы в этой игре смогли одержать победу. Начали с победы, это, конечно, хорошо. Я надеюсь, что это нам поможет в дальнейшем. Если сказать, что у «Медведей» в первом и втором периодах было преимущество по голевым моментам, а в третьем периоде уже сыграли активнее снайперы, это будет верно? Да, я думаю, что да, но это в силу складывающейся ситуации по игре, когда после 2-0 все равно как бы подсознание, как бы мы там не просили, не хотели, но все равно идет уже как бы первая задача — обезопасить свои ворота. И уже как бы в этом плане, наверное, мы немножко отдали инициативу, но соперник воспользовался, хорошей командой там, у них есть игроки хорошего уровня, поэтому да, немножко мы отдали инициативу. Но тем не менее в обороне сыграли достаточно надежно. В целом, насколько довольны выполнением игрового задания? Ну, мы практически справились с задачей, вопрос игровой дисциплины, за небольшим исключением, ну, там подскажем, проанализируем. А так, в общем-то, мы довольны, как сегодня складывался игра. Что скажете по поддержке болельщиков сегодня с трибун? Ну, сегодня, конечно, великолепно. Болельщики пришли и поддерживали. Очень приятно и хорошо, что и мы отплатили болельщикам. Надеюсь, они довольны были сегодняшней игрой и результатом. Поэтому спасибо. Хорошо, если так будет все время. На матч в Новосибирске там внушительный десант собирается из Новокузнецка. Отлично. Мы очень рады и с удовольствием, конечно. Мы слышим поддержку, и она очень помогает. Это шестой игрок.